Друзья, как компания создает дополнительную ценность для своих клиентов и вообще дополнительную ценность на рынке? Как она может это делать? Что нужно делать для этого? Мы можем с вами, во-первых, инновациями заниматься и вырабатывать такие вещи для рынка, которые никому не снились. То есть мы можем делать что-то существенное, да, которое будет преобразовывать рынок. Далее мы можем создавать разнообразные бизнес-модели, то есть мы можем расширять на данном рынке возможности для получения дохода. И далее компании, конечно, будут либо это патентировать и продавать патенты, да, компаниям. То есть способы получения дохода также могут быть, да, соответственно, интересны нашим конкурентам, они могут это покупать. Да? То есть это может быть. А далее мы говорим о том, что кроме этого мы можем с вами совершенствовать сервис для клиентов и предлагать дополнительные услуги, которые для рынка будут интересны, очень интересны. То есть это вот дополнительный сервис, который сегодня является таким базовым для многих компаний. Соответственно, далее мы с вами можем, кроме сервиса, еще улучшать инфраструктуру нашего процесса производственного или сервисного. То есть мы можем создавать в нашей компании такие инфраструктурные вещи, которые позволяют совершенствовать сам процесс оказания услуг или производственный процесс. Вот это как бы основные моменты, да, в которых мы можем совершенствовать. А кроме этого, компания может создавать дополнительную стоимость через организационные модели работы и таким образом также совершенствовать все процессы предоставления услуг или производства товаров. Понравилось видео? Ставьте лайк. Было полезным? Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Пока-пока.